говорится, хороший разведчик, мертвый разведчик.
слышу, как пули свистят над головой. Так и знал, что вы нас в покое не оставите. Координаты цели. Здесь становится жарковато. Почему-то мне кажется, что вы хотите рискнуть нашими жизнями. Ждет приказ.
двух типов людей. Артиллеристы и цели. Слышу, как пули свистят над головой.
Задницу, шевелим ногами, вперед! Направление получено, выдвигается. Запомнят.
Сталина. А мне больше по душе Чайковский. Нас называют органом Сталина. А мне больше по душе Чайковский. Доставка на подходе. Вашим услугам, сэр. Отползаем. Thank you.
останешься. Как говорится, хороший разведчик, мертвый разведчик. Жду приказаний. Отбой. Если мы можем попасть во врага, то и он сможет. Двигаемся на полной скорости. Дайте нам координаты цели. С удовольствием, сэр. Поднимаем задницы, шевелим ногами, вперед! Thank you.
может сделать для вас пехота, сэр. Все всегда решает пехота и их ружья. Thank you.
хотите рискнуть нашими жизнями? Направляемся к цели. Мы готовы, сэр. Вы со мной говорите? Вы со мной говорите? У нас честь служить под вашим началом. Как скажете, сэр. Thank you.
нас, вы были бы слепы. Вы со мной говорите? Ведите меня, идите за мной или прочь с дороги. Мои ребята готовы, сэр.
Принято! Нас атакуют! Что может сделать для вас пехота, сэр? Собьем любую летающую цель! Остается. Нас атакуют! Всегда решает пехота и их ружья.
отправляемся. Направление получено, выдвигаемся. Дайте нам координаты цели. Получено, выдвигается. Свод построен и ждет приказов. Новых приказаний, сэр. Такси, такси заказывали? Да, сэр. Всегда решает пехота и их ружья. Что может сделать для вас пехота, сэр? Кого вам надо отвезти?
устроим там наблюдательный пункт. Для нас приказы. К вашим услугам, сэр. Атакуют! Ведите меня, идите за мной или прочь с дороги.
услугам, сэр. Такси, такси заказывали? Органом Сталина. А мне больше по душе Чайковский. Thank you.
нас приказы. Готовы выдвигаться, сэр. Докладывать нечего. Ждем новых приказаний, сэр. Выкладывайте. Thank you.
Нам нашелся достойный противник. Слушаю, товарищ командир. Нашелся достойный противник. Капитан и экипаж приветствуют вас на борту. Какой будет план? Понял, направляемся. Вылетаем. Всем занять боевые посты. Нашелся достойный противник. Слушаю, товарищ командир. Полный вперед. Ситуация под контролем.
командир. Корабль к бою готов. Начинаем обстрел. Нашелся достойный противник. Нашелся достойный противник. Я и мои ребята готовы, сэр. Капитаны, экипаж приветствуют вас на борту. Так точно. Я вас слушаю. Вам нужен ангел-хранитель? Нужно проверить хвостовой вид. Надеюсь, там не будет вражеских зениток. Всем занять боевые посты. Понял, направляемся. Всем занять боевые посты. Слушаю, товарищ командир. Нам нашелся достойный противник. Слушаю, товарищ командир. Слушаю, товарищ командир.
вражеские вертолеты не пролетали? Подвести? Ракета к старту готова, сэр. Есть для нас приказы? Зенитная батарея готова. Ждем новых приказаний, сэр. Вашим услугам, сэр. Отправляемся. Заводи мотор. Такси заказывал. Это не моя война. Хорошо, доставим на полной скорости.
такси заказывали? Хорошо, доставим на полной скорости. Такси, такси заказывали? Такси, такси заказывали? Вашим услугам, сэр. Без нас вы были бы слепы. Мы устроим там наблюдательный пункт. Подвезти? Такси заказывали? Ждем новых приказаний, сэр. Кто такси заказывал? Разведчики готовы, сэр. Приказаний. Отбой.
попасть во врага, то и он сможет. Какие будут приказания, сэр? Нас называют органом Сталина. Мне больше по душе Чайковский. Обрушьте на них ад, по моему сигналу. Приказаний. Отбой. Все всегда решает пехота и их ружья. Вы со мной говорите? Такси заказывали? Отправляемся. Заводи мотор. Какие будут приказания, сэр? Приказаний. Отбой. Кого вам надо отвезти? Кого вам надо отвезти? Кто такси заказывал? Есть для нас приказы? Направляемся к цели. Бинокль, капрал. Ждем новых приказаний, сэр.
попасть во врага, то и он сможет. Так,
приказывали? Повеселимся. Ждем новых приказаний, сэр. К вашим услугам, сэр. Ждем новых приказаний, сэр. Ammo, fuel, spare parts.